Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу пригласить вас на свой цикл семинаров, практических занятий, который называется «Калачакра Тантра Йога». Что это такое? Кала обозначает время, чакра обозначает двери, тантра обозначает упражнения, йога обозначает духовное развитие при помощи психических, духовных и физических упражнений. Что это такое? Вы, скорее всего, были у меня на разных моих семинарах, которые связаны с сангая. Это немножечко отличается от сангая чем? Первые занятия, первые 8 занятий у нас будут посвящены определенным подключениям калачакра-тантре, которые обозначают, проводится обряд, с помощью которого он выздоравливает, обряды от зла, обряды от порчи, от сглаза, от плохих людей, выравнивают судьбу для богатства и так далее. Это чтение определенных таких текстов, плюс дополнительно очень несложные духовные упражнения, то есть представить себя огнем, приложить руку к одному месту, приложить руку к другому, держать руки определенным образом, определенные мудры и так далее. Калачакра тантра йога — это определенные ритуалы, в ходе которых человек обретает возможность расширения своего сознания, расширения своей души, очищения души, изменения своей жизни. Удивительные, потрясающие мастер-классы, в ходе которых я вместе с вами проведу целый цикл упражнений, ритуалов. Все это для людей разного возраста, не нужно совершенно никакой физической подготовки, практически не будет никаких физических или упражнений, связанных с физическим телом. Все это представление, все это определенные дыхательные циклы, и все это работа совместно, в ходе которой я читаю, вы просто слушаете. Приглашаю вас посетить это удивительное путешествие в мир нового для вас эзотерического мира. Буду рад всех видеть. Приходите.